Привет, революционеры, обзор еды относительно недорогой. Наконец-то начал запись. Что-то телефон выключился. В этом диктофоне батарейка садится, хотя я им вообще не пользуюсь. Просто шок, какой хлам продают. Товары. Это нормального качества. У меня диктофон, у меня там два диктофона сейчас, они оба хорошие. Но вот этот вот зум, конечно, батарейка ни в какую не выдерживает. Ну, запихнул. Так, вот я лук хотел показать. Он везде дорогой. В чем суть ролика? Что, он грязный, что ли? Я его не мыл. Да, помыть. Везде он стоит 350 килограмм. Самое дешевое 500 килограмм. 500 рублей килограмм. Даже, наверное, и 600 рублей килограмм. Это 290 рублей килограмм. Ну, обычный лук. Зимний, конечно. Он похуже летнего. Так, все, его убираю. Ну, салат сойдет. Запихнуть. Вот эти помидорки я уже 100 раз показывал. Это сливовидное, это другой сорт, более сплюснутое, не знаю точно название сорта. Но вот эти вот сливовидные действительно получше. Они какие-то более плотные такие. То есть недаром их дороже продают. Но эти... блин. Вот это пятно. Да, пятно. Водянистое. Через которое оно будет разваливаться скоро. Поэтому я быстрее ролики надо снимать. А то ж пока будет неделю лежать, все развалится. 40, от 40-50 рублей. От 40 до 50 такие помидорки. Супер. Все отлично. Так. В магазинах пятерках по 100 рублей, а сливовидные вообще не 100 рублей, они 150 рублей, по-моему, стоят. Так, опять грушки. Зимой грушки вообще тяжело достать. Перед этим роликом у меня была грушка, она херовая была. Мега старая. Ну, я подозревал, что что-то там не так. Она оказалась уже высохшей. К черту. К черту. Так, вот новая игрушка. Это 80 рублей. Я ее не пробовал. Сейчас попробую. Часто херню продают. Часто одна херня продается в магазинах. Нормальный вкус, чуть сладкая, но хотелось бы лучше, конечно, там насыщенный вкус, такой супер сладкий. Ну, просто на 3-4 кружка, на троечку, четверочку. Так, все это я убираю быстрей. Помидорки зашибись, а огурцы... 150 рублей стоит. Я даже не могу вам показать огурцы, потому что они дорогие, я даже не покупал. Так.
Перец, сладкий, он с дефектом, ну, побитый. Побитый, поэтому дешевле. 45 рублей, по-моему. Много чего я покупал. Тяжело запомнить. Я записываю, конечно, в планшет. Но и за день много чего покупаешь. 45. Как я помню, 45. Отличный перец. Главное, чтобы не был черным. Вот с такими вот пятнами черными. Это очень опасно. Гнилье же нам не нужно. Гнилье, оно ни к чему. А перцы салаты делать, куда-то в супы кидать. Нормальный такой товар. Вот здесь видно, что внутри. Внутри все нормально. Вкус, ну я не пробовал вкус, наверное, нормальный вкус. Пока неохота пробовать. Вот дешевенькое яблоко. Не знаю, что за сорт. Какой-то хер дурацкий сорт, по-моему. Ну, купил, потому что дешевое яблоко. Попробовать. Ну, надо попробовать. Сейчас попробую. В основном по виду вижу, что не очень. Не, обычное яблоко. Не хламовое, так чуть сладкое. Ну, простое, конечно, простое. Но состояние идеальное. Ну, немного помято. Но это не страшно. Еще один товар у меня остался. Один товар. То же самое, яблоко. Это, по-моему, это Глостер сорт, точно. Не разбираюсь, но у него такие торцы выпуклости, форма такая прикольная, как бы здесь кверху большое, к низу сужается. Наверное, Глостер. Вот такие же еще яблоки такого же сорта. Выглядит симпатично. Стоили, по-моему, 35 или 45. Что-то я забыл уже. Но они мятые, поэтому они были дешевле. На самом деле, конечно, они не дешево стоят. Это же не безымянные. Так, ну ладно, в общем, дефектов нету. Выскакивает яблоко. Сейчас попробую. Я пробовал уже нормальный вкус, как-то я покупал, но все равно. Надо попробовать. Дефектов я не вижу. Ну, помятое немного. Нормальное состояние. Так, сейчас попробую. Да, просто сладкое, вот это кисло-сладкое, наверное, это российское, а это такое более сладкое. Я не особо люблю сладкие,
Но для любителей вполне. А это же сорт какой-то фермовый. Глостер. Зашибись. Ну, за маленькую цену зашибись, еще фермовые. Ну, по мне, конечно, лучше вот эти Криспинки, блин, там просто элита. Все. Больше пока показывать нечего. Появились там в ларьках нектарины и клубника. То есть вот, можно в январе есть клубнику и нектарины. Ну, паразиты, чиновники, они и едят, но клубника, по-моему, была 240, а нектарины 120, 150 или 170. Вот, а беднякам, конечно, это все недоступно. Ну, я могу купить две штуки и просто снять до ролика. Нектарины я уже купил пару штук, так что я сниму отдельным роликом. Сейчас не буду пихать в ролик. Так. Вот такая еда. Все равно, ну как сказать, дешевая, дорогая, но да, она относительно дешевая, но все равно приличные траты, даже если покупать постоянно по 50-70 рублей, это же не основная еда, что-то ты еще будешь какие-то супы варить, все равно ты потратишь много денег, десятки тысяч рублей. И на такую еду, ну, я бы не сказал, что это вообще царская еда, это так простая еда. Можно, конечно, еще проще, да, есть, но это что здесь такого вот элитного, я ничего не показываю. А стоит это на самом деле тоже прилично. Так, все, спасибо, пока. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Так, не успел я. Вырубился телефон, потому что, оказывается, у меня стояло 4К. И размер дошел до 3-4 гигабайт. Я думал, я 1080 снимаю. Сижу, я думаю, ну все, 1080, нормально все. Так. На самом деле, не 1080. Так. Ну, в общем-то, я закончил ролик. Всем спасибо. До свидания. Даешь революцию каждый день.